В Риме снова запретили ряженых гладиаторов и легионеров. Актерам у Колизея и других достопримечательностей теперь грозит штраф 400 евро, если они появятся на публике в костюмах. Власти Рима говорят, что запрет необходим для обеспечения общественного порядка и для защиты культурного, художественного и монументального наследия. Кроме того, туристы часто жаловались, что с них берут до 50 евро за одну фотографию. То есть месячный доход самых обаятельных и самых наглых гладиаторов мог достигать 12 тысяч евро. Ну и бывали случаи, когда гладиаторы во время фотографирования залезали в сумки туристов и крали кошельки. Запрет на ряженых древних римлян – это одно из первых решений нового мэра города Вирджинии Раджи. Закон вступил в силу летом, а в конце ноября его срок истек, и ряженые гладиаторы снова появились на улицах в большом количестве. И вот после двух дней работы артистов их труд снова оказался под запретом. E non voglio essere considerato come un abusivo. Mi interessa solo farmi la mia giornata, perché almeno posso comprarmi un pezzo di pane. Temporaneamente vivo in un camper perché è parecchi mesi che non lavoro. Fortunatamente avevo un camper e praticamente sono in questa situazione.